Здесь как-то все родное, все знакомое. Тропинки здесь хренушки. И кайфы. Вы следы видите? Они есть. Еще одно путешествие в горы, наверное, крайнее в этот раз. Дома не сидится, в море не купается. Ну прикольно, камнепад. Фу. Пробежаться здесь не пробежишься. Жара уже, 10 часов время. Жара такая, как в Африке. Не очень-то хочется заблудиться в облаках или подняться на вершину, а на облаком закрыто. Ты понимаешь, эти 600 метров температура не должна сильно упасть. Бог уже мог. Ты вообще здесь уже мог. Солнце спряталось за тучи. Прямо не очень-то и жарко. О, лишь бы не накрыло. Лишь бы они были чуть-чуть повыше вершины. И все. Все, что мне надо для счастья. Наверное. Вот цветочки красивые. До вершины-то осталось чуть-чуть. Вот она уже, вершина-то, вот она, вот она, вот она. Уже как бы даже листья на деревьях просматриваются. Лишь бы не гроза. Ой, ну вы нахрен. А то можно было бы вон по той дорожке бы раз, и еще бы на ту вершинку пробежать. Ой, ну посмотрим, что там с облаками. Может, сбегаем. В любом случае, там есть дорожка вниз. Сюда можно возвращаться, спуститься вон по той дороге. Вполне она катабельная, ходибельная. Вообще джипинг не для меня. Не, не то пальто. Песочка-то лучше. А в прошлый раз ходили вон туда. Очень своеобразное место. Ступеньками. Идешь. Ступенька, ступенька, ступенька. Вот спросить бы у этих. Как они называются-то? Не могу вспомнить. Альтернативно одаренных людей. Что это за ступеньки такие-то, а? Вся гора в ступеньках. Наподобие как там. Очередная ступенька. Корявая сосна. Море, облаки. Облаки и море. О, тропинка. Оказывается, тропинка есть. Оказывается, есть тропинка. А я балда. А вот и вершинка. Фу. Да, и сразу бутылки, палки. Вот. Ну что, ритуальный круг вокруг вершинного кольца. Я сделаю. Типа того. О, Геленджик, какая бухточка вообще там. Да какое озерцо. Ох, лягушатник. Не то, что вот здесь. Ох-хо-хо! А вот та вершина, на которую хотел подняться, блин, облаками закрыта. А, сейчас подойдем к краю, посмотрим. И опять ступени. Они как-то идут по кругу. Можно было и не подниматься, идти по какой-нибудь ступени и сбоку выйти, как по тропинке.
На эту вершинку я поднялся за час. Ну, ничего такого. Поднялся и поднялся. Наверное, любой бы смог бы. Ну, то хоть любой, кто, наверное, там хоть немножко бегает там по утрам, там, по вечерам. Вот. Тропинки здесь хренушки. И склон становится такой, что, мне кажется, я по нему только на жопе. Я спустился все-таки с горы. На самое дно самого глубокого ущелья. Надежда на то, что здесь есть вода, а воды нет. Но есть вот такие синие ленточки, благодаря которым можно обратно выйти на вершину. А воды нет, это фигово. А может быть и хорошо. Куда теперь видишь? Да. Мне надо как бы вот на вот эту гору. Скажем так, вот она синяя ленточка. Всего пару кучеток. Потом наверх. Скорее всего, вот это вот есть. Сейчас сюда попробую. Может быть, ленточка. Ну, посмотрим. Ну, пошли. Видите? Они есть. А горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи. Мне кажется, я нашел тропу. Вот тропа, а я шел оттуда. Ну, думаю, надо сюда идти. Фух. Ну, тропа это тропа. Ну и хотя бы возможности заблудиться становится как бы меньше. Ну и по тропе как-то идется легче. Вот, а я там через кусты лезу, такой думаю, ну должна же быть тропа. Вот. Был я на той вершинке, спустился вниз и поднялся вверх, это банально. Ой. Здесь такие луга. Называется альпийский. Ну, пока классно, пока тучки достаточно высоко, бегать можно, все видно. Но если тучи накроет, придется вниз, наверное, бежать. Что, заблудиться в туче не вариант вообще. Ну а так здесь, конечно, соседняя вершина закрыта облаками. И вроде как облачный фронт заканчивается. Я надеюсь. Но пока облака нам в помощь. Нам. Это мне и моему эгоизму, что ли. Или вот это. О, я смогу. Вот этому я смогу, да. Я смогу. Сейчас только остановлюсь, конфет пожру. И смогу. Вот. Если бы светило солнце, это был бы кошмар. Сейчас дяденька навстречу пробежал. Трейлранинг так называемый. Здрасте, здрасте. Я не успел у него спросить, какой дорогой возвращаться будет. Вот балда. Чего, придется выдумывать. Или может что-нибудь еще встретиться. Так вообще виды, да, живописные. Куча прям через соседнюю гору фигачит. Вот. А здесь такое ощущение, как будто еще чуть-чуть и вершина. Ну фига там, по-моему, вершина дальше. А может уже рядом.
Все. Вершина. Это была вершина. Дальше деревья уже ниже по склону растут. Ну да, все, это вершина. Ох, тут бабочки какие. Все, там дорога на ту сторону, и она, наверное, поросшая лесом. Не пойду, не хочу. Если бы вообще мокрая майка, вообще мокрая, все. Если бы светило солнце, я не представляю, что бы со мной было. Просто бы утек нахрен наружу весь. Продолжаем. Пока тропинка есть. Уже почти в блок спустился. А, хотел сказать, никогда в жизни не ел столько терна. Зная, что в рюкзаке всего лишь пол бутылки воды, а еще пехать и пехать, ем терн, он достаточно сладкий. Просто выжимаю из него сок, выплевываю шкурки, косточки. И думаю о том, что это... Ух ты, птички. Что в нем есть водичка. Ну, не знаю, две горсти съел, ничего, нормально. Кстати, я обнаружил на очередном дереве синюю ленточку. Значит, это трасса. Тут этот бегал же, трилайнер бегал. Значит, идем правильно. Значит, она куда-то нас выведет. А вот и синяя ленточка. Она была на той горе. Но на ту гору я не хочу сходить пока. Пойду по низу. И вот я опять на самом дне самого глубокого ущелья. Скалы здесь, конечно же, и вот по этому руслу ручья я хочу попытаться выйти на перевал. Более-менее полога. Ноги отдыхают. Тенек. Ветра, конечно, нет, но зато тенек. Вот, я чуть-чуть не дошел до тропы. Полез вот здесь в кусты, по кустам. А тропа была вот буквально чуть-чуть надо было пройти, спуститься, и была тропа. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы это были джунгли. А они в это превращаются. Да. Чем дальше, тем хуже. Знаешь, потом на тропу не вылезти, только возвращаться вниз. Да. Сейчас начнутся завалы, перевалы. Нет, не вариант. Я просто чувствую зависть. Лучше я по тропе. Как говорил один мой знакомый учитель альпинизма, самая короткая дорога в горах — это знакомая дорога в горах. По руслу ручья пройти не удалось. Там завалы. Да я и не в то повернул, вообще балда. Ну и правильно, что не пошел. Там завал. 100%. Сейчас хочу траверснуть на перевал, минуя вершину. Воды осталось вообще на 3 глотка. Это вот там, да? Вот там я был, да? Вот. Сам я не пошел. Я знаю, кто меня туда повел. О, вот перевал. Вот. Его надо перейти. Там дорога вниз. Там ларечки с водой. И не только. О. Как хорошо, что тучи. Очередной раз говорю, как хорошо, что тучи. Если бы не тучи, это было бы все. Я опять подошел к этим чудо-ступеням.
Траверснул вдоль склона. Я думал, кроссы порвутся, все. Такая боковая нагрузка. Но, наверное, километр вдоль склона. Вот, впереди, как это, Кабардинка. Позади вершина со ступенями невиданными. Почему мало воды? Потому что собирался вот только на вот эту вершинку зайти вот сюда и спуститься. Вполне бы полторашки хватало. Ну, через лог пройти пришлось. Через лес. Поэтому воды мало. Кто соберется в такой же поход, берите две полторашки. Не пожалеете. А если еще будет солнце, тогда три. Вот и вышли на дорожку. Вот. Остается только высыпать траву из кроссовок, сделать пару глотков и вниз. А вон и гора, на которую ходили. Вон туда, вон туда, ся. Вон туда, вот туда, вот туда, туда. Да, это было интересно.